Остается до празднования самого главного дня, к которому готовились весь год. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И они насыщены еще многими мероприятиями. С утра делегации с ветеранами возложили гирлянду славы к мемориалу воинам-освободителям на Театральной площади. И вот сейчас съезжаются в музыкальный театр на торжественное собрание. Торжественное собрание – это одно из центральных мероприятий в программе празднования Дня Победы. Ежегодно на него съезжаются делегации из всех 55 городов и районов области. По традиции ветеранов поздравит губернатор Ростовской области Василий Голубев, а после выступят лучшие коллективы области. И все сегодня будет пронизано связью поколений. Именно на это будет сделан акцент в сегодняшней праздничной программе. Приходит мать, и расцветают весны живые письмена. Но снова болью оживают людей погибших имена. Солдат, что смерти храбрых пали, не долюбив, не домечтав, сердца которых отстучал.
воспевшись Богу покорит. Над славянскою могилой сгореть мечтавший утвердить. Пошел народ, чтобы не осталось на наших землях нас с тобой. Но вся страна дружиной стала, а смертный бой священный. Дорогие друзья, прозвучавшую песню «Наша победа» специально к концерту, посвященному 70-летию победы в Великой Отечественной войне, написал наш земляк, житель города Таганрога Леонид Григорьевич Фортинов. Мы от всей души благодарим его за этот подарок нашему концерту и поздравляем с наступающим праздником Великой Победы! Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! С Днем Победы! В эти дни мы отмечаем 70-летие того незабываемого, величайшего события нашей победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге народа никогда не покинет наши сердца. Никто и ничто не заставит нас забыть о многомиллионных жертвах той войны, о горечи поражений и светлой радости победы. Уважаемые ветераны, мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, добра вашим близким, мира в ваших домах. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Государственный флаг Российской Федерации
Знамя Победы и флаг Ростовской области внести. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Уважаемые ветераны, дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с наступающим юбилеем, 70-летием Великой Победы. Именно в этот день, 70 лет назад, 7 мая 1945 года, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Всем нам по-особому дорог праздник Великой Победы, символ несгибаемой воли всего нашего народа и одновременно день памяти борцов с фашизмом. Мы помним, что более 700 тысяч жителей Ростовской области ушли на фронт, и половина из них не вернулись с поля боя. Скорбь этих потерь до сих пор в наших сердцах. Вечная память погибшим. И вечная слава живым, героям-победителям. В годы войны 270 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, и 60 стали полными кавалерами Ордена Славы. Из них сейчас живут среди нас герои Советского Союза Иван Гаврилович Евплов и Алексей Христофович Рой, а также полный кавалер Ордена Славы Василий Иванович Добрица. Вместе с фронтовиками победу приближали те, кто действовал в тылу врага, кто круглые сутки выпускал военное снаряжение и технику, кто выращивал хлеб, выхаживал раненых, восстанавливал разрушенные фашистами. Мы благодарны всем вам, дорогие ветераны. Для послевоенных поколений вы пример истинной любви к родине, высочайшей силы духа и героизма. Именно тут, под Ростовом, впервые с начала Второй мировой войны
фашисты получили достойный отпор. Победоносные до этого отборные части Германии, в том числе 1-я танковая армия, были вынуждены под мощным ударом советских войск оставить 29 ноября 1941 года Донскую столицу. Это вынудило Гитлера вмешаться в тактическое руководство войсками. А для советских людей слава первого удара под Ростовом дала первую надежду на победу. Александр Трифонович Твардовский посвятил этому событию балладу «Бойцу Южного фронта», в которой есть такие строки. «Настанет срок, народ-герой сметет врага с земли родной, и слава первого удара, она навеки за тобой». Иосиф Виссарионович Сталин, верховный главнокомандующий, направил 30 ноября 1941 года нашим войскам, которые сражались на юге, первое поздравление с начала Великой Отечественной войны. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армии во главе с Ремезовым и Харитоновым, водрузившим над Ростовом наше славное советское знамя. Это известные исторические факты, их невозможно опровергнуть. О них обязательно должны знать новое поколение, причем из уст ветеранов, ведь прямое общение дает молодежи больше, чем все учебники. И хотя по-человечески, наверное, трудно вспоминать о погибших друзьях, о тех страданиях, которые вынес на своих плечах каждый из поколения победителей, это нужно делать ради будущего. Именно это гарантия от того, что фашизм не сможет вновь поднять голову на нашей земле, а внуки, правнуки поколения победителей будут гордиться своими героями. Именно поэтому мы стараемся поднять на качество новый уровень патриотическую работу. Этому призван содействовать областной центр патриотического воспитания молодежи, который был создан в 2014 году. Одна из его важнейших целей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Это делается совместно с общественными организациями и фронтовиками на специальном интернет-портале «Книга памяти Ростовской области». В ее заполнении может принять участие каждый ветеран, каждый житель области, который стремится рассказать миру о героизме наших земляков. Предстоит общими усилиями закрыть еще множество белых пятен в истории Ростовской области и военного времени. Сейчас у нас насчитывается более 1200 воинских захоронений, в которых покоится свыше 200 тысяч бойцов Великой Отечественной войны. А по оценкам специалистов, на Донской земле погибло в те годы более 800 тысяч человек. Большинство из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Надо все сделать для того, чтобы восстановить имя каждого из них. Еще генералиссимус Суворов сказал, войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший солдат. Усилий более 150 поисковых отрядов, 9 поисковых объединений Ростовской области в рамках вахты памяти устанавливаются имена. Все новые солдаты, которые сложили головы за независимость нашей страны, обретают свои имена. Отделы военного комиссариата совместно с поисковиками, представители муниципалитетов и общественности только с начала этого года восстановили свыше 7 тысяч имен бойцов. Они не значатся в списках захоронений на полях сражений, и поэтому мы должны сделать все, чтобы их имена были нанесены на обелиски и памятники в городах и районах Ростовской области. Эту задачу в обязательном порядке должны решить муниципалитеты, списки, которые восстановлены, сегодня уже переданы в муниципальные образования. Потребуется в этом деле и помощь общественных организаций и молодежи. Важно передать молодым историческую память о войне и подвиге советского народа. В наше время это приобретает и другой смысл. За умы и души подрастающих поколений ведется самая настоящая информационная война. О ее последствиях можно судить на примере соседнего государства. Вы, уважаемые ветераны, как прямые участники и свидетели исторических событий, сегодня противостоите всем попыткам фальсификации истории. Мы благодарны вам, что, несмотря на возраст, состояние здоровья, вы находите возможность ежегодно встречаться со студентами, школьниками в рамках акции «Наследники Победы».
Каждое памятное слово ветеранов, обращенное к молодежи, это удар по фашизму в его новом обличии. Как недавно подчеркнул Владимир Путин, мы обязаны постоянно, аргументированно, твердо, настойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в победу, об объединяющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. Вознаменование Великой Победы свыше 61 тысячи ветеранов, жителей Ростовской области, награждены юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». В их числе наши земляки, которые сегодня находятся в этом зале. Анатолий Дмитриевич Макаров в составе Карельского фронта, он освобождал Советское Заполярье в составе 3-го Украинского фронта, Венгрию и Австрию. Любовь Семеновна Новикова освобождала территорию Украины, Румынии, Венгрии в составе 3-го Украинского фронта. Николай Александрович Бузняков освобождал Украину, Крым, Кенигсберг в составе 3-го Белорусского фронта. Павел Иосифович Гаврилко, генерал-майор авиации, председатель Ростовского областного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Еще раз повторю, спасибо вам, дорогие ветераны, за великую победу. За возможность стоять 9 мая плечом к плечу всем народам и дарить вам не только цветы, улыбки, но и тепло своих сердец. Мы благодарны вам, что можем гордиться своей страной, гордиться вами. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. От всего сердца желаю вам здоровья, долголетия, счастья, мира и добра. С праздником, дорогие жители Ростовской области! С Днем Победы! А сейчас, дорогие друзья, разрешите выполнить поручение президента Российской Федерации и вручить некоторым нашим ветеранам юбилейные медали. Спасибо. Указ президента Российской Федерации, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю наградить юбилейной медалью 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Бузнякова Николая Александровича, участника освобождения Ростовской области, Крыма, Севастополя. Гаврилко Павла Иосифовича, председателя Ростовского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Дядющенко Ивана Тимофеевича, участника боев за освобождение Ростовской области, Кубани, Кавказа, Украины. Забродина Анатолия Емельяновича прошел с боями Киев, Черкассы, Львов, Польшу, Германию. Зименко Бориса Васильевича, труженика тыла. Кулакова Якова Павловича, участника сражений за Запорожье, Никополь, Днепровскую область, освобождал Молдавию и Болгарию.
Липинскую Галину Петровну, труженика тыла. Макарова Анатолия Дмитриевича освобождал Заполярье, Венгрию, Австрию. Новикову Любовь Семеновну, медсестру, участницу освобождения Украины, Румынии, Венгрии. Шлычкова Александра Степановича, сержанта зенитной установки, охранял мост через реку Волгу, победу встретил в Закарпатье. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Москва, Кремль. Командующий войсками Южного военного округа приглашается на сцену для вручения государственных наград Российской Федерации. Генерал-полковник Галкин Александр Викторович. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени с мечами генерал-лейтенант Сердюков Андрей Николаевич, командующий резервом. За заслуги в области здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» полковнику медицинской службы Кокоеву Валерию Георгиевичу, начальнику военного клинического госпиталя. Присвоено воинское звание генерал-майор полковнику Шулепову Александру Борисовичу, начальнику разведки, заместителю начальника штаба военного округа по разведке. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Николаевич Гурба. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны, коллеги. Прежде всего, мне хотелось по поручению полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова поздравить вас с наступающим Днем Победы. Южный округ, он всегда был и остается до сегодняшнего дня одним из самых важных стратегических узлов
как в период Великой Отечественной войны, так и сейчас остается как в военном, так и в социально-экономическом развитии. Сегодня в Южном федеральном округе проживает ветеранов больше 160 тысяч. Президентом было принято решение организации социального сегмента помощи в адрес ветеранов. И подводя итоги 70-летней эпохи, периода, было принято решение, связанное с организацией обеспечения жильем. Только на эти нужды было выделено правительством Российской Федерации в Южном федеральном округе больше 18 миллиардов. 57 тысяч военнослужащих, ветеранов войны, ветеранов труда получили жилье. Наверное, это та маленькая торика государства, которая, отдавая дань уважения служению Отечеству, восполнила тот пробел, который существовал в течение длительного времени. Наверное, и сегодня еще остается мало решенных вопросов, в которых нуждаются наши ветераны. В Южном федеральном округе на сегодняшний день проживает более 15 героев Советского Союза. Вы знаете, говоря о том подвиге, который был совершен на рубежах именно нашего округа, мы можем говорить о том, что в самом деле был период времени, когда стратегически, не удержав эти рубежи, фашист рвался бакинской нефти. Сталинградская битва, битва на Миусе, сражения в Новороссийске. Наверное, это те эпизоды, о которых никогда история жизни не забудет. И делали это вы. Вы знаете, встречаясь с ветеранами в Новороссийске, особенно с военными моряками, которые остались, те, которые отстаивали малую землю, и те, которые оказывали помощь с точки зрения обеспечения боеприпасами, говорили об одном – о том, что мы всегда думали, идя в сражение, о том, что за нашей спиной стоит самая надежная, самая преданная для них, для каждого из военнослужащих, это была семья, близкие, родные, в интересах кого они сложили головы для того, чтобы мир воцарился на этой земле. Во время подготовки Комитета по победе президентом было сказано, Россия имеет историю, который всегда может гордиться его воинством, его победами, заслугами перед народом, в интересах которого служили и служат сегодняшнее поколение военнослужащих. Сегодня нельзя распределить или определить степень важности войсковых операций, фронтовых побед, которыми славится наш народ. Перенести в центральной части России всю военно-промышленную систему и наладить обеспечение армии вооружением, боеприпасами, продовольствием был не менее важным подвигом, чем подвиг удержать фашистов на определенных рубежах. И сегодня, говоря об этом подвиге, мы прежде всего задумываемся об одном. Еще ни разу России не было вольготно в системе экономического существования в мировой эпохе. И даже сейчас очень многие пытаются переписать или принизить заслугу России и Советского Союза, объединенного всех национальных групп, которые участвовали в противодействии самому страшному злу на земле – фашизму. Дорогой ценой досталась эта победа для нас, всех здесь сидящих в зале и тех, кого нет сегодня. Нет ни одной семьи, которая бы не потеряла отца, брата, деда, прадеда. Я думаю, что сегодня самая большая заслуга наших ветеранов заключается в одном. О том, что сегодня, проводя память и победы, невзирая это происходит в учебных заведениях, в детских садах, либо это, как это делается уже не один год, память победы, когда собирается от детской ясельной среды до взрослых, поют песню победу в уважение к тем, кто отдал жизнь и дал возможность нам сегодня жить в свободной стране. Но больше это нужно нам, живым, чтобы мы никогда не забыли те славные победы, которые сделали наши деды. И чтобы никогда никто не смог переписать историю Великой Отечественной войны, принизив заслугу
России и Советского Союза в победе над фашистской Германией. И дай бы Господь кому-то поднять право или руку на то, чтобы еще раз, в какой бы она форме ни была, национализм, фашизм, эта болезнь еще раз могла постигнуть нашу землю. И обращаясь сегодня к молодежи, мне хотелось сказать от ветеранов, с которыми проводим встречи регулярно на различных мероприятиях, одно единственное пожелание. Любите Россию, дорожите Россией, будьте достойны России. И сегодня, поздравляя ветеранов войны, труда и нас всех, жителей Ростовской области, мне хотелось пожелать доброты, уважения к тем, кто создал условия к тому, чтобы мы могли работать, трудиться, жить в мирной стране. К великому сожалению, история имеет повторяемость, и она определяется одним. О том, до тех пор, пока Россия будет оставаться сильным экономически, военным государством, мир будет сохраняться не только в России, но и в целом на земном шаре. Я хотел бы пожелать в преддверии 9 мая всем нам еще раз посетить тех, кто остался рядом с нами, наших близких и родных, тех, кто был участником этой войны, тех, кто создавал условия к тому, чтобы мы в последующем смогли жить, работать, добиваться каких-то производственных, служебных успехов и высказать им добрые слова благодарности за то, что они сделали. Низкий поклон вам, ветераны. Дай Бог вам всем здоровья. С праздником! Митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии Меркурий. Дорогие ветераны, дорогие братья и сестры, товарищи, друзья, участники войны, дети войны, внуки войны, с праздником, с Днем Великой Победы! Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – это уникальное явление в мировой истории. Подобных побед этой не было. И не случайно. Эта война, в которой наша страна одержала победу, называется священной войной, великой и отечественной войной. Наш великий земляк, гражданин России, писатель Распутин, говоря о том, что такое Родина, сказал, что Родина – это понятие, более приближенное к географии. Родина – это там, где ты родился. А вот Отечество – это понятие историческое, великое и всеобъемлющее. Потому что в понятие Отечества мы включаем не только нашу Родину, мы включаем наши славные исторические страницы, включая молитвы, труд и подвиг тех людей, которые жили для нас. Поэтому понятие «отечественная война» включало в себя и труд, и ратный подвиг, и кровь наших соотечественников, но рядом с ними на фронтах воевали наши великие и славные полководцы Кутузов, Суворов. Они стояли с ними духовно, потому что победа в этой войне – это победа не только оружия, это победа не только идеологии, это победа духа народа, который всю свою мощь духовную противопоставил вражескому нашествию. День Победы – это не только день
исторический, который мы говорим, что 70 лет тому назад наш народ одержал победу, были подписаны исторические акты. Это праздник дня сегодняшнего, потому что мы так же, как наши деды, матери, прадеды, живем в пределах нашего Отечества. Живем и питаемся силой нашего Отечества. Служим нашему Отечеству, прославляем наше Отечество. И потому дух народа только тогда будет противостоять всему тому, что извне пытается разрушить нашу страну, когда он будет сильным. И потому мы каждый раз напоминаем себе о великих и славных страницах нашей истории, обновляя свою генетическую память, обновляя свои силы, делая более мощным наш народный патриотический дух. Очень важно, чтобы не было генетических аберраций в нашем народе, духовных, когда кто-то когда-то посмел бы пересматривать или фривольно обращаться с тем, что для нас священно и важно. И потому сегодня подвиг ветеранов не менее важен, чем тогда на фронте. Сегодня ваше слово – это не только слово памяти, это слово жизни, утверждение жизни в новых поколениях. Это слово правды, которое так радует слух наших соотечественников и которое так страшно для наших врагов. Вчера, накануне исторического дня, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, мы принесли в сердце нашего Донского края, в город Ростов, точную копию иконы, которая была преподнесена на поле Куликовом жителями Дона, донскими казаками, великому князю Дмитрию Яновичу. Мы знаем, что на поле Куликова пришли разные княжества, а после поля Куликова вышла единая Русь. И потому верим, что и молитвами Божией Матери, и молитвами великих наших соотечественников будет стоять наша земля, будет сильной, процветающей, духовно могучей, ценящий свои святыни, созидающий их и уважительно относящийся к другим. Поздравляю всех вас с праздником и низко кланяюсь ветеранам. Спасибо вам за победу. Спасибо вам за то, что вы сегодня живы и рядом с нами. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин. Дорогие наши ветераны, дорогие наши победители, наши вечные герои, позвольте мне от имени депутатов Законодательного собрания Ростовской области поздравить всех жителей Ростовской области, всех присутствующих в этом зале с праздником Великой Победы. И позвольте поблагодарить наших победителей за великую победу, за то, что они дали нам великую страну и дали нам жизнь. И позвольте склонить свою голову перед всеми,
павшими и живыми, кто 1418 дней и ночей ковал эту победу и на полях сражений, и в тылу. Низкий вам поклон. Мы счастливые люди. Мы можем сегодня говорить и общаться с нашими ветеранами. Можем слышать их воспоминания, прикоснуться к наградам. Великая цена была за эту победу заплачена. 27 миллионов наших сограждан. Разные историки пытаются оценить эти потери. Недавно я услышал такую цифру и, с вашего позволения, приведу. Если бы весь мир отдал по одной минуте в память о погибших в этой войне 27 миллионов, то весь мир бы молчал 50 лет. Нам не надо этого, но нам нужно другое. Чтобы ежегодно 9 мая вместе с нами вставал весь мир и хотя бы одну минуту в память о тех, кто дал эту победу, все-таки отдавал. И я уверен, мы все на этом маленьком земном шаре будем мудрее, будем умнее, и дай Бог, чтобы эти войны распри прекратились навсегда. Павлович Гаврил, когда простите меня, если я вдруг цифры назову не те, я сегодня еще раз задал вопрос, сколько у нас все-таки тех, кто непосредственно воевал. Назвали 5034. А в марте их было 5178. Месяц небольшим, и 144 человека нет. Вы знаете, все время задаем себе вопрос, а что нужно сделать? Что мы можем сделать и что должны сделать, чтобы остановить этот неправильный отсчет или хотя бы его замедлить? Действительно, огромная работа проводится, и вы все это знаете. И, конечно, общение с нашими ветеранами, и заботы, и максимум внимания, и любая их просьба мы должны решать. Я приведу один пример. Мне накануне Дня Победы подарили две книги с Ремонтинского района. Авторы этих книг – жители района. Все. Первая книга называется «Память», а вторая – «Они вернулись с победой». Около 5000 жителей нашего маленького Ремонтинского района ушли на фронт защищать Отечество. 3,5 не вернулись. И они в той книге, которая «Память». Вы знаете, она не очень толстая так, потому что фотография и коротко. Родился, призван в армию, если есть награда, погиб или пропал без вести. 3500. И вторая книга вмещает 1500 тех, кто живые, пришли, вернулись с фронта с победой. Там побольше, может быть, биографий, побольше наград. Вы знаете, когда я узнал, что все участвовали жители района, как это здорово. И сейчас вот дети, внуки, да в каждой семье иметь эту книгу – это достояние, ценность. Очень бы неплохо, чтобы в каждом муниципальном образовании, в каждой семье такие книги были. И еще один пример, буквально две минуты. 27 апреля в городе Санкт-Петербург на Совете законодателей России с участием Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина много вопросов рассматривали, один из них – Крым, Республика Крым, презентовали проект закона о патриотическом и духовно-нравственном воспитании жителей Крыма. Они рекомендовали, что такой закон должен быть на уровне федерации. Такие законы должны быть в каждом регионе. Я своему коллеге Константинову задал вопрос, почему этот закон был принят один из первых в Крыму. А он говорит, знаешь, мы многое пережили. Мы не хотим повторить то, что происходит в Украине.
Мы тоже, жители Ростовской области, не хотим. И в России в целом не хотим этого, чтобы повторялось. Поэтому в ближайшее время из благословения нашего митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия вместе с советами ветеранов, с общественностью мы подготовим такой закон, и я уверен, до конца года мы примем. Мы сохраним вот этот диалог между победителями и всеми будущими поколениями. Я искренне поздравляю всех с праздником Великой Победы. Мира нам всем, добра и благополучия. Государственный флаг Российской Федерации, знамя Победы и флаг Ростовской области вынести. Четыре года без отдышки вела ее страна. Но были музыка и книжки, была война. Мы начинали без винтовок, почти хана. Но в правде строгий заголовок, была война. Да, Брест сражался не без славы, но Керчь сдана. Потом дошли до Варшавы, была война. Была Германия едина, была сильна. Но пали крепости Берлина, была война. Живых мы любим, помним павших. Их имена для нас, свободу отстоявших. Была война! Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть я
нас разлуку, враг бешеный на нас пошел войной, жестокий враг на наше счастье поднял руку. Иди, любимый мой, иди, родной. Враг топчет мирные луга, он сеет смерть над нашим краем. Иди смелее в бой, рази врага. Жестокий дай отпор кровавым хищным стаям. Иди смелее в бой, рази врага. Живешь, оберегай страны просторы, зовут родной сады и лес и рожь, и воздух наш и степь широкую, как море. Храни, как дом, в котором ты живешь. Нам не забыть веселых встреч, мы не изменим дням счастливым. Века стоять в стране и реком течь, века цвести земле бескрайним нашим нивам и нашей радости грядущих дней. Там, где кипит жестокий бой, где разыгралась смерть и вьюга, всем сердцем буду я. Подруга, иди, любимый мой, иди, родной. Твой путь я разделю, как верная подруга. Выходите, комсомольский провожать отряд. Вы без нас, девчата, не грустите, мы придем с победою назад. Вы без нас, девчата, не грустите, мы придем с победою назад. Мы развеем вражеские тучи, разметем. Час расплаты нам вручил оружие народ. До свидания, города и хаты, на заре уходим мы в поход. До свидания, города и хаты, на заре уходим мы в поход. До свидания, города и хаты, нас дорога дальняя зовет.
первый далекий, сорок первый неблизкий. Снова слышится голос батальонной связистки. Снова голос кричит мне в телефонную трубку: «Сокол, я не забудка! Сокол, я не забудка! Весь огонь батареи по квадрату 17! Сокол, милый, скорее! Сорок первый далекий, сорок первый суровый. Помню жаркую битву у развалин Ростова. Снова голос кричит мне, ночь становится жутко. Сокол, я не забудка. Сокол, я не забудка. Командира убили, сокол, бейте по штабу. Нас враги окружили, не жалейте снаряда. Сокол, бейте по штабу, не жалейте снаряда. Сорок первый далекий, сорок первый неблизкий. С той поры не встречал я той девчонки-связистки. Только верю упрямо, снова крикнет мне трубка: «Сокол, я не забудка! Сокол, я не забудка!» Не могла ты погибнуть в сорок первом далеком. Отзовись, не забудка, не забудка, я сокол. Отзовись, не забудка, не забудка, я сокол. Сокол, я не забудка. Не забудка. Я сокол. Забыв в дыму, в окопной глине, что сон бывает наяву, мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву. Москва до последних патронов, до дольки последней свинца. Ты в битвах, твоя оборона прошла через наши сердца. Мы поступим твердо.
Наш город был в дремучий убран иней, уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий, одних полозьев жалоба слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозья на детских санках, узеньких, смешных. В кастрюльках воду голубую возят дрова и скарб умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане за много верст в густой туманной мгле, в глуши слепых, обледеневших зданий, отыскивая угол потеплей. Вот женщина ведет куда-то мужа, седая полумаска на лице, в руках бидончик, это суп на ужин. Свистят снаряды, свирепеет стужа, товарищи, мы в огненном кольце. А девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяло тело на Охтинское кладбище везет. Везет, качаясь, к вечеру добраться. Глаза бесстрастно смотрят в темноту. Скинь шапку, гражданин, провозят ленинградца, погибшего на боевом посту. Скрипят полозья в городе, скрипят, как многих нам уже не досчитаться, но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем, слез для сердца мало, нам ненависть заплакать не дает. Нам ненависть залогом жизни стала, объединяет, греет и ведет. За то, чтоб не прощала, не щадила, чтоб мстила, 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 как могу. Ко мне взывает братская могила на Охтинском, на правом берегу. Ленинградец, душой и родом, болен я 41-м годом. Пискаревка во мне живет здесь, лежит половина города и не знает, что дождь идет. Память к ним пролегла сквозная, словно просека через жизнь. Больше всех на свете я знаю город мой, ненавидел фашизм. Наши матери, наши деды превратились в эти холмы. Больше всех на свете мы фашизм ненавидим. Мы! Что такое уличный бой? Мы, ровесник, не знаем с тобой, но у деда спроси у отца. И ответит суровость лица в разговоре нелегком храня. Это бой кирпича и свинца. Это бой, где бетон и броня, все обрушилось на меня. Это бой, где по окнам плюет озверевший в конец пулемет. Где дерутся этаж на этаж, верхний наш, а нижний не наш. Это бой, где глоток вина ты отпить товарищу дашь. Бой на улице — это война, где спасенье и смерть — стена. Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели,
И шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветви с листьями в огне, и падал в битве человек. Горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл. И шок и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались в схватке рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек. Горячий снег, кровавый снег. Как одинок убитый человек на поле боя стихшем и морозным, кто б не пришел к нему, кто не придет, ему теперь все будет поздно, поздно. Еще мгновение, может быть, назад он ждал родных в такое чудо веря, теперь лежит всеобщий сын и брат, пока что неопознанный солдат, пока одной лишь родины потеря. Еще не плачут близкие в дому, еще приказу вечером внимая никто не слышит и не понимает, что ведь уже о нем, уже к нему обращены от имени державы прощальные слова любви и вечной славы. Судьба щадит перед ударом нас. Мудрее, наверное, не смогли бы люди, а он отдан родине, сейчас она одна сегодня с ним пробудет. Единственная мать, сестра, вдова, единственная, заявив права, всю ночь пробудет у сыновьих ног. Земля распластанная, тьма ночная, одна за всех, горю я, плача, зная, что сын непоправимо одинок. Опали белые метели, цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я всем сердцем на войне. Не отбивали нас метели, где в землю многие легли. А дома мамы посидели, у дома вишни зацвели. А у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег. Перед этой
священной тишиной стала женщина с поникшей головой. Что-то шепчет про тебя седая мать, все надеется сыночка увидать. Что-то шепчет. Скажет мама, я живой, не печалься. Вечер волгоградский настает. Настает. А старушка не уходит, сына ждет. Ждет в мирный берег. Тихо плещется волна, разговаривает с матерью. Павших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищные стаи. Вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат и на берег покинутый узкий: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Сколько верст проехали, протопали по дорогам вышиной земли, и сегодня, наконец, дошли до морского сердца Севастополя. Под Бельбеком страшно и жестоко. Севастополь, вот он, посмотри! Снова резкий зумер телефона. Генерал Стрельбицкий возбужденно: поднажмите! Шут вас подери! Враг плевался тоннами тротила, только врешь! Не выдержишь, отдашь! 3-4 дня еще от силы, и конец! И Севастополь наш! Крылатый
Мой дорогой друг и соотечественник, от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты, дорогие сердцу матери Родины, могилы погибших в сражениях бойцов. Полюшка, поле, полюшка широко, и величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Много осиротевших людей стало на твоей родине после войны. Ни одна вдова, потерявшая войну мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ее пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы. Ни одно сердце, на всю жизнь раненная смертью того, кто погиб в бою за Родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания. Стынет наша ненависть к врагу, даже поверженному, и пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших сердцах тем, кто в сатанинском слепом безумии готовит истрадавшемуся человечеству новую войну. Жертвы, принесенные во имя спасения Родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа. Быть верным сыном такого народа, это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли, ныне живущих, окрыляет на новые подвиги суровая ответственность за судьбы отчизны, ответственность, которую мы несем перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, защищая Родину? Полюшка, поле, полюшка широко, поле, еду да попали герои.
сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала, те, кто предал тебя. Сражения на территории Ростовской области навсегда вошли в героическую страницу Великой Отечественной войны. Битва за Ростов, Тацинское танковое сражение, знаменитый Миус-фронт, который по своей значимости, кровопролитности и масштабам стоит в одном ряду с такими знаковыми событиями войны, как Сталинградская битва и Курская дуга. После освобождения 14 февраля 1943 года города Ростова-на-Дону линия фронта проходила в 70 километрах от города по рубежу реки Миус. Тяжелые и кровопролитные бои на Миус-фронте продолжались до 30 августа 1943 года. В этот день был освобожден Таганрог и вся территория Ростовской области. Москва третий раз после Орла и Белгорода салютовала войскам Южного фронта, сломившим считавшуюся неприступной оборону врага на Миусских высотах. Повернись, мы с тобой, кони шли на водопой, шли потряхивая гривой, кони гончаки. Он успевает верховой, как ребята не впервой, поить они казахи и чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Ведет шишком, видит девушка с флажком и с косою под пилок и на углу стоит. С тонким станом, как глаза, синевой глядят глаза.
сдерживать движение газа, тут кричи. Держаться он бы рад, но поймал сердитый взгляд. Корыстный, а он и крикнул на скаку. Переготовиться прошла, а девчина расцвела. Вечный взор не по уставу ударит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Берлинской мостовой снова едет верховой. Про девчину, про землячку говорит друзьям. Как вернусь на тихий дом, как вернусь на тихий дом, синеглазую казачку снова встречу там. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Песни заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, на того, чьи письма берегла. Простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю грижет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю грижет родную, а любовь Катюша сбережет. Отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой.
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. Памяти нашего земляка, рабочего завода «Россельмаш», героя штурма Рейхстага Алексея Прокопича Береста, погибшего в мирное время при спасении ребенка, посвящается. По выщербам роскошных плит, по лестницам, где смерть палит на каждом метре в цель живую, все дальше группу штурмовую вел батальонный замполит. Ревела горстка в шквале жгучем, и замполит сказал: «Уж лучше всем до единого нам лечь, но знаменосцев уберечь». Два храбреца, грузин и русский, они по переходам узким, как эстафету на века, несли по огненному следу страны тяжелую победу, не расчехленную пока. Еще Рейхстаг огнем залитый сопротивлялся одержим. В ту пору было замполиту всего-то 20 с небольшим. В бою и в жизни не лукавил чернорабочий рыцарь наш. Сельмаш, он мощь твою прославил. Не забывай его, Сельмаш. Любое дело в силах двигать, одолевать рубеж любой, не ждал ни славы он, ни выгод, а просто был самим собой. Себя герои не жалеют, они на людях не лелеют ни раны и ни ордена, зато о родине болеют. Была бы счастлива она, и чтоб в неомраченном свете под стать отцам росли бы дети. Я так и вижу тех путей, переплетенье роковое, и поезд мчится в темноте на малыша, стуча и воя, успеть бы оттолкнуть. Солдат, сумей окончить путь. Все в прошлом. Радости и беды. Не думай больше ни о чем. В лицо плеснуло кумачом его последняя победа.
Упал я на границе в первый бой, закрыв ладонью рану на груди. Сама земля стонала подо мной, и жизнь уже касалась позади. И только твёрже выходила из огня суровая доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? А я вот без тебя не обойдусь. Настойчиво звала меня труба, пылали обожженные края, под гусеницы падали хлеба, в ружье вставала родина моя, и только тверже выходила из огня суровая доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? Товарищ, рану не жалей, мы отжалели боль родной земли. Под окна полевых госпиталей березы забинтованы шли, и только тверже выходила из огня суровая доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? Вот без тебя не обойдусь. Только выходила из огня суровая доверчивая Русь. Как ты обходилась без меня? Моя, вот без тебя не обойдусь. И если буду вынужден опять надеть шинель и сквозь огонь шагать, и если в битве сердце опалю, я снова, как и прежде, повторю, и только тверже выходила из огня суровая доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? А я вот без тебя. Когда это будет, не знаю. В краю белоногих берез победу 9 мая отпразднуют люди без слез. И мне не додуматься даже, какой там ударит салют, какие там сказки расскажут и песни какие споют. Но мы-то доподлинно знаем, нам знать довелось на роду, что было 9 мая с утра в 45-м году. Было много трудных дней, будет много трудных дней. Значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней где-то на проселочной дороге. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Вот
шинелью на груди, рядом сердцем на груди скромные солдатские медали. Только ты не уходи, больше ты не уходи, мы тебя в окопах долго ждали. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. За тебя в огонь и дым шли вперед, в огонь и дым моряки в изодранных бушлатах. Это именем твоим, светлым именем твоим, бредили солдаты в медсамбатах. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Было много трудных дней, будет много трудных дней, так что рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней где-то на проселочной дороге. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Весна возвращает нас в те далекие дни. Сердце опять замирает, душу тревожат они. Дни те далекого мая нам не забыть никогда. И со слезой вспоминаем те фронтовые года. Ветераны шагают, чуть слышно медали звенят, и с фотографий взирают лица ушедших солдат. И все вокруг замирает, гул канонады умолк, но, как и прежде, шагает этот бессмертный наш полк. И все вокруг замирает, гул канонады умолк, но, как и прежде, шагает этот бессмертный наш полк. Реже друзей уж встречая, чаще уходят друзья, доблестный полк пополняя, и им возвратиться нельзя. И голову я преклоняю, им честь отдавая свою. Ведь скоро, наверное, знаю, вы место займете в строю. А ветераны шагают, чуть слышно медали звенят, и с фотографий взирают лица ушедших солдат. И все вокруг замирает, гул канонады умолк, но, как и прежде, шагает этот бессмертный наш полк. И все вокруг замирает, гул канонады.
прежде шагает этот бессмертный наш Бог. Часть ремесла. Мы живем день за днем, но чтоб счастье было в нем, мы должны исправить мир. Где-то вновь рухнул вниз самолет. Мать солдата в ночи слезы льет. Мы боимся пути, но чтоб знать, куда идти, мы должны исправить мир. Настал тот день, настал тот час, когда зависит все от нас. Остановить кровавый спор, войну, лишение и террор. Настал тот день, настал тот час, планета ждет от нас. Исправь мир. Дети мира играли в весну. Выстрел танка пронзил тишину. Мы боимся пути, но чтоб знать, куда идти, мы должны исправить мир. Настал тот день, настал тот час, когда зависит все от нас. Остановить кровавый спор, войну, лишение и террор. Настал тот день, настал тот час, планета ждет от нас. Исправь день, настал тот час, когда зависит все от нас. Остановить кровавый спор, войну, лишения и террор. Настал тот день, настал тот час, планета ждет от нас. Thank you.
улыбками своими так похожи. Я руку протяну тебе навстречу, и станет наша дружба только крепче. Пусть не огорчают расставания, ведь дружбе не помеха расстояние. Мы такие разные, в этом весь секрет. Разрисуем красками этот белый свет. Мы такие разные, дети всей земли, и наполнить радостью землю мы смогли. Дети всей земли, и наполнить радостью землю мы смогли. И наполнить радостью землю мы смогли. Мы такие разные, в этом весь секрет. Разрисуем красками этот белый свет. Мы такие разные, дети всей земли, и наполнить радостью землю мы смогли. Председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Павел Иосифович Гаврилко. Товарищи, это цветы участникам сегодняшнего концерта. Заслуженно мы с удовольствием вручаем эти цветы. Я уверен, что все участники сегодняшнего концерта, как и каждый из нас, как и все мы, празднуя, отмечая 70-летие Великой Победы, испытываем двойное чувство. Во-первых, печаль и горечь от той цены, которую пришлось заплатить нашему государству, нашему народу за ту великую победу над захватчиками, над фашизмом. А во-вторых, второе чувство, чувство гордости за нашу великую победу и чувство веры в великое будущее нашего народа, великое будущее Российской Федерации. Мы не устаем повторять призыв, наказ народный. Поклонимся великим тем годам, поклонимся и мертвым, и живым, и командирам, и бойцам. Поклонимся всем миром. Поклонимся с верой в то, что наши сыновья и дочери, с верой, что наши внуки и правнуки, дорогие ветераны, продолжат
нашу святую веру в то, что пока мы едины, мы непобедимы. Это святая вера. Мы дожили с вами, дорогие ветераны, до 70-летия Великой Победы. Мы говорили, доживем до 70-летия, там уж как Господь Бог распорядится. Живите долго, дорогие ветераны. Вы нужны нашему народу, вы нужны нашему государству, потому что вы основа веры в великое будущее. С праздником 70-летия Победы! С праздником, дорогие ветераны! Дорогие друзья, примите еще раз самые искренние поздравления в этот великий для нашей истории день. Мы всем вам желаем здоровья,
долголетия, процветания, добра, мира, всего самого-самого доброго! С праздником вас! С Днем Великой Победы!